Председатель правительства Геннадий Бекоев наградил медалями за борьбу с пандемией COVID-19 волонтеров, которые наряду с врачами боролись за жизнь людей. Рискуя подхватить коронавирус, они все же, несмотря ни на что, продолжали оказывать помощь. «Без вас мы бы не справились с этим недугом», – обратился к волонтерам Геннадий Бекоев. Помощь в таких ситуациях обычно бывает очень необходима, когда не хватает рук, поддержки, внимания. И вот это все, на самом деле, показало огромное влияние. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что вы приняли активное, самое активное участие в мерах, в мероприятиях по мерам противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. Государственных наград были удостоены около 40 человек, среди них супруга главы государства Линда Кумаритова, которая одна из первых отозвалась на просьбы о помощи и пришла работать в Красную зону. Наградить волонтеров Красной зоны медалью за борьбу с пандемией COVID-19 Кумаритову Линду Ильиничну. По словам Арины Джоевой, самым трудным и важным для них было поддерживать больных. Многие из них не верили в свое выздоровление, и надо было найти слова поддержки, чтобы поднять дух и желание бороться. Там нужна была в основном психологическая помощь именно. И это было для меня сложнее всего. Мы делали, вставляли капельницы, убирали, помогали все тем, чем могли. Борьба с коронавирусом стала для всех настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. И можно с уверенностью сказать, что многие граждане Южной Осетии сдали этот экзамен на отлично. Стелла Бязарова, Фатима Чочи, Варнуль Харебов. Информационный выпуск сегодня.